Представляем вашему вниманию обновленную модель Hikvision 2742. Это купольная вандалостойкая IP-камера с индексом защиты от природных воздействий IP66. Камера способна вести видеотрансляцию с максимальным разрешением 4 мегапикселя 2688 на 1520 пикселей при 20 кадрах в секунду. На борту присутствует широкий динамический диапазон 120 дБ, трехмерное цифровое шумоподавление. Камера комплектуется вариофокальным объективом с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм. Также доступны модели с моторизированным объективом. Под куполом располагается слот для microSD-карты памяти с объемом до 128 гигабайт. Камера оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Объектив имеет три оси вращения для удобной инсталляции и настройки прибора. Имеется тревожный вход и выход, аудиовход и выход, поддерживается питание по сети ПОЯ. Теперь для монтажа камеры используется специальное кольцо кронштейн. Все камеры новой линейки полностью интегрированы в программный комплекс Trasir с возможностью полной настройки камеры без необходимости входа в веб-интерфейс камер. Приобретая камеру в офисах компании DSSL или у партнеров компании, Trasir вы получаете в подарок. Ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч!